Новому году готовы! В преддверии главного зимнего праздника в Полоцке открылась школа Дедов Морозов. Курсы подготовки главных новогодних персонажей организовали в Полоцком районном центре ремесел и национальных культур. Наша школа необычная, уникальная. Это только начало. И я думаю, мы с вами дойдем до самого финала и возглавим шествие 24-го и придем на нашу главную елку. Поучаствуем на экзамене и будем профессиональными Дедами Морозами и Снегурочками. Новогодний призыв был объявлен в начале декабря. Попробовать себя в роли Деда Мороза мог любой желающий. Седая борода, шуба, шапка и волшебный посох. В школе Дедов Морозов знают, чтобы стать настоящим зимним волшебником, одних только атрибутов недостаточно. За время обучения дедушки освоили 11 учебных дисциплин. Есть курс разновозрастной психологии, актерское мастерство, имидж Деда Мороза, основы игровых программ, грим и его правила, потом мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров, которые потом благополучно будут вручены как благотворительная акция по больницам нашего города. Работники учреждений культуры, представители учреждений образования, библиотек, а также Полоцкого горотдела по чрезвычайным ситуациям и Полоцкой центральной городской больницы обучали дедушек профессионалы своего дела. Преподаватели строгие, но справедливые. Ключевые темы – оказание первой медицинской помощи и правила пожарной безопасности – будущие Дедушки Морозы усвоили уже на первом занятии. Есть такой прибор замечательный, да? Называется огнетушитель. Порошковый огнетушитель. Я думаю, что у вас углекислот огнетушителя не будет, будет порошковый, селитровый огнетушитель. Что самое главное? Главное, чтобы он был справен, да? Чтобы он был заряжен, чтобы стрелочка не была на нуле. Полоцкая школа Дедов Морозов насчитывает около 30 учеников. Вместе с главными новогодними волшебниками за парты сели и их внучки-снегурочки. Ведь в жаркую пору новогодних праздников без верных помощниц дедушкам никак не обойтись. Приходилось быть снегурочкой, этот образ мне очень знаком. Ждем от Нового года, хотим научиться от всего этого проекта, чтобы все почувствовали праздник волшебства, чтобы все детки были очень довольны. Только все самое лучшее желаем всем деткам. Новый год не за горами. На освоение непростой профессии ни много ни мало 2 недели. Торжественный выпуск состоится 24 декабря на площади Свободы. После того, как главная елка Полоцка загорится разноцветными огнями, зимние волшебники отправятся дарить праздничное настроение детям и взрослым по всему городу. Дорогие телезрители, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаем всего самого лучшего, волшебства, счастья, здоровья. Пусть все ваши желания, конечно же, сбудутся.